Дорогие любимые телезрители, в прошлой лекции мы начали разговор о загадочной легендарной стране Беловодье, остановились на том, что преизрядное количество людей связывает происхождение дорогу Беловодье с деревней Верхний Уймон, то, что находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Продолжаем наш разговор. И вот вольно или невольно деревня Верхний Уймон стала тем форпостом, от которого отправлялись в поиски Беловодья. И здесь происходили интересные вещи. Вот мы ищем письменные архивные документы, находим их в 1807 году, когда некий приписной крестьянин написал в Министерство внутренних дел Российской империи письмо о том, что он великолепно знает, где находятся острова Беловодья и готов показать дорогу к ним. Император наградил замечательного человека, которого бы мы сегодня назвали доносчиком, 150 рублями и дал распоряжение томскому губернатору снарядить экспедицию для поиска обетованной земли. Но ровно в этот момент Дементий Бобылев пропал, и мы о нем больше ничего не знаем. И в том же 807 году другой купец Томской губернии Мефодий Шумилов написал подобную записку о том, что он знает, где находятся острова Беловодья на Апонских островах, и где живут 200 тысяч счастливых людей, но уже обжегшись первый раз, во второй раз экспедицию не снарядили, но мы имеем определенные письменные источники, что в 1807 году первые упоминания пошли по канцелярским делам, и в документах эти источники мы находим. А по большому счету, если я крестьянин какой-нибудь центрально-российской губернии, если мне катастрофически не хватает земли, если я хочу найти определенную обетованную землю, некий крестьянский рай, каким образом я ее найду? Совершенно необходим был план действий, некий навигатор, по которому можно было бы передвигаться. И соратник Ядринцева, ученый Щапов, к своему удивлению, среди архивных документов нашел тот самый первый путешественник, именно так назывались навигаторы в страну Беловодья. Нашел он в середине XIX века и впервые его опубликовал. И дальше началась охота за этими путешественниками. И, о, удивительные вещи, то, что за 19 и первую половину 20 века таких путешественников нашли 15. Сегодня они хранятся в самых главных центрах, в Государственном историческом музее, в Институте русской литературы, Пушкинском доме, в ведущих библиотеках наших. И они довольно противоречивы, потому что это документ, который, как правило, очень четко имеет определенную кодировочную систему. Потому что если такой документ попадал в руки полицейских управлений, жандармских каких-то ведомств, то получалось, что указывалась дорога в запрещенные неправильные земли. Если в путешественнике Щапова дается прямое указание, сначала держи дорогу на Екатеринбург, на Томск, на Барнаул, вверх по Катурне, на Красный Яр, деревня Ака, тут и часовня, деревня Устба, в Устбе спросить страстроприимца Петра Кириллова и зайди в его фатеру. Или, например, в путешественнике, который хранится в Государственном историческом музее, собрание номер 1050-61, ход от Москвы на Казань, на Екатеринбург, на Тюмень, на Камский Ка-Барнаул, на Небесный Верх, по реке Катурне, на Краснодар. Тут деревня А, и тут часовня, и деревня Устюба к реке, и тут-то по Устюбе спросить страстроприимца Петра Кириллова. Здесь более-менее понятно, но в других путешественниках тоже Верхний Уймон может называться и Дамасской деревней, и Димонская, и Умменская, и Умайская, и Установка. Интересно, что упоминание конкретного человека Петра Кириллова вызвало у власти определенные действия. В деревне Усть-Уба обнаружили этого Петра Кириллова, который действительно там жил. Но когда начали его допрашивать, проводить разного рода следственные действия, действительно ли он помогает старообрядцам, действительно ли он ведет их по этому волшебному пути, оказалось, что никакой фактуры и юридических составляющих обнаружено не было. И Петр Кириллов после небольшого штрафа, не зная за что, продолжил свое существование в этой деревне. И вот эти 16 путешественников, которые были зафиксированы, стали неким каноном, по которому так или иначе мы определяли движение вперед.
В 2009 году бийский турист, ну уж не знаю, как это определить, но, наверное, выходил на променад или путешествовал вокруг дороги, вокруг районного центра Солонешного, зашел в разрушенную избу и на чердаке нашел какие-то странные рукописные бумаги. Он эти бумаги собрал, ксерокопировал и подлинники оставил у себя, а ксерокопии отдал в краеведческий музей в деревне Солонешное. И туда приехал молодой аспирант Алтайского госуниверситета Кирилл Матицын и стал разбирать и обнаружил, что вот в этих всех ксерокопиях есть еще два к тем 16 общеизвестным путешественникам, два путешественника, которые повествуют, как нам добраться до Беловодья. И удивительная вещь, что в этих путешественниках дорога начиналась не с Казани, не с Екатеринбурга, не с Москвы, а начиналась она непосредственно вот с алтайских территорий, с Верхнего Юмона. И одна дорога вела на сербскую землю, а другая вела на Курильскую гряду. Так мы можем предположить, потому что по тем косвенным установкам получается, что нужно пересечь Китай, выйти к морю и оказаться вот на тех прекрасных Апоньских островах. И вот эта установка на то, что здесь нет части среднеевропейской, позволяет сделать определенные выводы, которые коррелируют с мыслью палеографа Тамары Злобиной. Она утверждает и в некоторых своих интервью говорила о том, что на территории Алтая в предгорьях находились так называемые скриптории, где посвященные люди, наверняка и старообрядцев, создавали некоторые тексты, которые могли быть путешественниками, а могли быть копиями тех старообрядческих изданий, которые они приносили с собой. И получалось, что при любом варианте старт у нас с Верхнего Юмона. И здесь любопытные вещи стыкуются, потому что в Государственном архиве Алтайского края есть прямое перечисление и есть упоминание этих походов в поисках пеловодья, когда откармливают лошадей, когда сушат сухари, когда снаряжение, которое было возможно в те времена, укрепляют, берут ружья, заготавливают свинец и отправляются с многочисленных деревень через Юмон в поиске этих благословенных территорий. Здесь и Малый Бащелак, и Большой Бащелак, и Солоновка, и Усть-Уба, и Солонешная. Люди из этих территорий отправлялись на поиски. Если мы возьмем книгу с одноименным названием писателя Новоселова, писателя рубежа 19-20 веков, которая так и называется «Беловодье», то мы увидим большую романную историю, как это все осуществлялось, и в этой романной истории многие стереотипы разрушаются. Итак, существовали путешественники, существовали варианты, по которым можно идти, и существовали предания, которые говорили о том, что есть некие косвенные признаки. Вот в документальных источниках я не нашел, но вот в таких апокрифах, которые витают в воздухе, например, есть такое любопытное наблюдение о том, что беловодье можно найти по запаху. Ты идешь и ощущаешь, что ароматы вокруг тебя становятся все благостнее и благостнее. Они напоминают запахи елея, ладана. Ты слышишь звуки церковных колоколов и постепенно приближаешься к тем территориям, которые как раз именуют страной Беловодья. Но есть и совершенно информация с обратным знаком, потому что если ты недостоин этой благословенной страны, если ты греховен, ты не можешь отказаться от своих страстей, то вот этот запах, который изначально воспринимается как благостный, он может выступать в качестве яда. И вот любопытно, корреляция может быть не самая уместная, но вот когда анализируют геофизики знаменитую историю о Белой Даме в Денисовой пещере, о том, что раз в столетие при определенном стечении обстоятельств вдруг там находят человека, погибшего без следов насильственной смерти, как будто он вдохнул какой-то безумный яд, специалисты по геологии, геофизике говорят, ну, известняк, карстовые горы, они старые, известняк при старении может выделять определенные газы. Если эти газы локализуются по какой-то расщелине большим выхлопом, то этот воздух является ядовитым, и человек погибает. Вот, пожалуй, для фантазеров, для писателей вариантов огромное количество. Еще один человек, который внес огромный вклад в историю Беловодья, это Николай Константинович Рерих, который с прекрасной Индии через Гималаи в
1925 году через Синьцзян вышел в Омск, отправился в Москву. Там получил разрешение на алтайскую экспедицию. В 1926 году оказался на Алтае. 28 июля был в Барнауле, 29 июля переместился в Бийск и дальше отправился в Верхнюю Иман. И он впервые связал два понятия. Это Беловодье и Шамбала. По мнению, если верить его дневникам Алтая-Гималаи, то Шамбала – это та благая весть, которая через калмыков, а так называли раньше алтайцев, через представителей других народностей принесли к старообрядцам, они переосмыслили эту историю и сказали, вот наша Шамбала, вот наше Беловодье – это вот часть той великой Шамбалы. Другой серьезный исследователь, который написал большую монографию «Русское утопическое сознание», Кирилл Чистов, говорит, нет, этого не может быть, потому что это аутентичная старообрядческая легенда, так же, как возвращение погибшего царя, как другой ряд мифологем, это работает по-другому. Но достижением Николая Константиновича является то, что он дает четкие локации, через какое гималайское ущелье, через какой хребет надо пройти для того, чтобы найти эту обетованную землю. И впервые, пожалуй, с Николаем Константиновичем приходит совершенно другая парадигма. Если до этого Беловодье – это благостная земля, которая рассказывает о том, что здесь блестящая территория, где ты найдешь плодородие, сытость, свободу, волю и все остальное, то с Рерихом появляется в Беловодье коннотации, которые связаны с духовным началом, с картиной будущего, со сценарием, который позволит посвященным людям изменить этот мир к лучшему и сделать его совершенно другим. Есть еще этнографическая составляющая, которая работала и в 20 веке. Например, мы с вами хорошо знаем знаменитый таежный тупик на реке Абакан, где жило семейство Лыковых. И пока вся семья была жива, этнографы собрали несколько упоминаний о Беловодье. Вот руководитель семьи, отец Карп Осипович, про Беловодье говорил таким образом. Были ходоки в Беловодье, ехали 40 семей на 40 подводах, предводителем был купец, он указал путь и рассказал про Беловодье, там много церквей, языки ассирийские, ехали через сухие степи и морем, дорога по океану и по льдам, и по степи была обозначена путиками, приезжает в Китай, ну и в общем, по мнению Карпа Осипча, те самые Японские острова, то самое окончание Китая, где и территориально находится. Но его дочь Агафья Карповна Лыкова дает совершенно другое прочтение. Она говорит, что Беловодье находится где-то на Ледовитом океане, может быть, даже на Аляске, на территории современной Америки. Вот такая современная этнография позволяет нам говорить о том, что в одной семье могут быть совершенно разные прочтения. И еще, если вы люди любопытствующие, если вам эта тема действительно интересна, найдите во всемирной сети такого известного блогера Юрия Абарина, который доказывал, что Беловодье находится на Курильской гряде на острове Янкича. Есть такой на Курильской гряде остров, который из-за погодных условий не позволяет пробиться ему, к нему во время шторма, во время штиля подход к нему тоже не виден. И вот там как раз было поселение, где росли хлеба, где росли деревья, где было много дичи. Но современные географы, когда исследуют остров Янкича, то обнаруживают, что это какие-то выходы скальника, что это камни, и практически больших кусков плодородной земли нет. Но Юрий Абарин объясняет это следующим образом, что в 1963 году там случилось глобальное землетрясение, и все то, что могло давать плоды и быть плодородной землей, оно ушло, остались голые скалы. В общем, вариантов огромное количество. Если вы всем этим заболели, если вам действительно интересна легендарная, загадочная, мифологическая страна Беловодье, почитайте книги. Этих книг огромное множество. Это и алтайские авторы, это и современные наши постмодернисты, такие как замечательный автор Владимир Токмаков, написавший роман «Запретная книга Белого Бурхана», и огромное количество. Я, когда из любопытства ввел «Беловодье» издательский проект, и мне выскочило около 15 произведений массовой литературы, где боевики, авантюрный роман, роман путешествия о том, как эту благословенную землю ищут. И если вы попадете в резонанс, если у вас внутри будет определенное состояние, которое позволит вам
постичь истинное о бытии, то, может быть, Беловодье станет не мифом, а вашей истинной землей. Спасибо.